говорил. Блин, ну, отлично. Ну, тормозить? Перед ней, вот здесь, вот здесь. Сейчас едь. Тормози. Смотри. Так, право принимай. Вон тут дальний, наверное, схватил. Отлично, ага. отлично. Все, вот так сиди, спокойненько себе. Сиди. Если он попросит дать на какие-то документы, ты причину, цель туда-сюда, максимум, что ты дашь, это свидетельство о регистрации, понял, на транспортное средство. Зачем? Ну, если он, там у него будет причина того, чтобы проверить на угон, туда-сюда, вот подозрительно вставлено, подозрение вызвал, соответственно, да, но свидетельство только о регистрации. Водительское удостоверение никакого не имеет отношения, так как ты сейчас являешься пассажиром. Вот здесь. Не, все отлично. Что-то ехали, остановились, может быть, сломались. Да не, все хорошо. Документы есть? А что такое? А что интересует именно? Документы, может, что? Какие документы? Водительское свидетельство о регистрации. А цель какова? Обращение вашего? Проверка документов. Проверка. А где документы? Ваши документы можно увидеть? Конечно. Где проверка осуществляется? А проверка где должна осуществляться? Что? Проверочка документов где должна осуществляться? Аккуратнее, пожалуйста, палочка, хорошо? Да. Поаккуратнее вас замечание сделали. Есть такое слово тотальные проверки. И, тотальный, и что это значит? Фролов Сергей Вячеславович. Что значит тотальная? Что значит тотальная проверка? Это значит, что когда улица перекрывается, и все машины тормозятся и проверяются спушником на наличие водительского документа и на наличие пьяных водителей. Пьяных водителей? Да. И. Я сейчас стою припаркованным. Ну, я стою припаркованным. У меня машина. Ваша очередь теперь. У меня машина заведена. Молодой человек, вот если вы права не покупали, а учили правила сдавали, там есть такой пункт правил дорожного движения, что водитель. Ты не водитель сейчас. Водитель. Ты не водитель. Сейчас не имеет водитель. При себе обязанности водителя. Ну, в каких случаях? В случаях, если машина заведена, нет, двигается, либо водитель. Двигается автомобиль, правильно? У меня машина заглушена, я не двигаюсь, я стою на одном месте. Вы остановились. И что, сейчас подошли? Я сейчас на данный момент... А то, что сейчас вот вы мне не пытаетесь вот не предоставить документы, называется неповиновение. Ага. Законом Ты скажи, цель, причина обращения. У вас обращение, вы обращаетесь с какой целью вообще? Проверить ваши документы, есть они у вас или нет. А причины какова? Причины, я объяснил, что человек ехал, увидел, стоят... Проверка документов, где осуществляется? Остановился. Проверяются документы только на стационарном посте. Ну, я сам подошел, у меня корона не соскучится мне. Я подошел. Ну что значит не соскочит корона? Есть как бы... Проверка документов. Проверяется документ только на стационарном посте. В чем есть корона-то? Ну вы ехали, вы остановились. Ну и что? Я сейчас нахожусь как бы на одном месте. Я сейчас не являюсь... Документ мне предоставить, молодой человек. Приезжайте. Вы можете спокойно разговаривать. Почему вы так на повышенных тонах? А чем кричите? Инспектор. Какой у вас голос? Я вас слышу прекрасно. Вас спрашивают конкретно, понимаете, чтобы было понимание, что непосредственно сейчас будет происходить. Для какой цели? Человек не двигался, человек стоит. Вы подходите, проверка документов. Водитель. Что, я выпил? Инспектор. Из машины идет запах. И вы хотите посмотреть документы, я да? хочу документы. А, там будет написано, вас, я пил Red Label и так далее, и так далее, и тому подобное, да? Документ, начнем с этого. Проверка документов, где осуществляется, инспектор, подскажите, пожалуйста. Вот в данный момент, вот здесь, на дороге. Я вас спросил, в соответствии с административным регламентом, 185-м приказом, проверка документов, где осуществляется, инспектор, подскажите. Мы хотим знать. Я задал конкретный вопрос. 63-й пункт, подсказка вам, административного регламента, 10-й пункт в этом 63-м пункте. Что у нас там, проверка документов осуществляется на стацпостах?